5, 4, 3, 2, 1. Ошибись, минус. Сейчас суманет меня. Его притянет. Все. Мы же, блин, даже РЧ не дождались. Все поскорее хотят уже добить боссов. Главное, чтобы он притянул до того, как этот, как Лема появится. Все четко. Только скажите, пожалуйста, когда Лем появится. Появился. Где? Да вон, возле книжек. Корнет, ты знаешь басню о волках? А, я слышал. Ой, блин, только что чуть не двинулся. Хорошо, ты сказал. Ты же своей жизнью рискуешь. Что песня? Да какая разница, басня или сказка? Нет, наверное, басня, потому что все-таки с моралью. Или притча. Ну что-то. Притча. Типа сказки, они обычно развлекательный характер, а это обучающий. Чего они обучают? Так, при чем тут пословица и сказки? Вы, кстати, побольше кикайте костов, у него 67%, мало. Сказки, ложь, давний намек, добрым молодцам урок. А, мабы. Волки. Пацаны, где мобы? Не вижу. Что, реально, брат? Ты посохом машешь. Блин, конечно, не хватает для контроля этой вкладочки с этим. Да не пропаду, слышишь, они мне надоели уже эти мобы. Я, кстати. А, лол, я придумал схему. А, слушай, на них почти не действует диминишн, поэтому плевать. Потому что можно типа чередовать двух мобов, типа условно одного начать херять, но на диминишнах что-то не работает нормально. Если на мне нет винца, я могу пробежаться, чтобы моба вернуть? Да. Но я не хочу рисковать, поэтому терпите. Да он не пробежал. Могу вам стать в мелизоне этот. Занижу сегодня трансфер. Ты ж не сможешь латы затрансить. Я просто... Играю. Да ты проиграешь. Я отказался. А ты уже проиграл.
Ты отказался, ты бы лучше им камня дал? Хотя бы на ласта, да, чтобы я показал тебе ДПС. Хорошо, хорошо. Все, договорились. Дам на ласт. Четко. Только надо нам ДБМ пул. А тебе надо снип сильно? Андерграна твой жезл. Ты такой же, как у меня, да? Ну на, на, держи. Просто проходим. Они хильчи. Да забирай, я сыка заберу, что мне надо. Все равно посох ты не сродишь, шансов ноль. Ты отдал мне 3 зерва, но что он тебе не нужен. Я тебе отдал жезл, потому что он мне, ну, типа, не так сильно нужен. Ты хочешь сказать, ты бы ходил с 39-м посохом крит дух на ШП, правильно понимаю? Да он рофлит. Говорит, скоро зайдет в этот. Рассказывать нам анекдоты. Ну да. Зато каких? Легких. Молча задрал. Рандом. Да это не рандом, он если у тебя ДПС есть. Ну баба зомбит плащ, как у меня. Кстати, всем рекомендую. Видели, сколько с ним ДПС? Миллионы. Там сломанные статы, там скрытые статы есть. 800 СПД скрытых статов, пацаны. Всем рекомендую. Я бы взял, был бы там косарь хосты. Подумайте, как или тогда хотя можем... бы 500 арпа там. Да слушай, Дон, бери СПД. Ты подумай, как я вообще могу дамажить без шеи и кольца на уровне, типа, ну, нормальных людей. Ты локом играешь. Ну и что, я локом догоняю всех локов с шеей и кольцом, нет? Ну пускай, ладно, дрыщ меня в 2-3-4 перегоняет, типа, за счет 2-4, очевидно. А Нелло, который с одним Т4 и со шмотом плюс-минус, как у меня, только он 33-й, я 28-й. Плюс-минус такой же. Не-не, в школе меня не обижают. Как меня можно обидеть? Локом играл, он тогда не ходит на домашнем обучении, блин. Вообще-то, чтобы вы знали, учителей не так уж и часто обижают в школе. Только слабых. Конечно, как думаешь, я в школу хожу каждый день? Математику вы что, не знали? Таких младших. Один. Да, шкалят, блин. Для локов только. Нип, а ты что думал, что я школьник? Мне 27. Тебе же было 25, что ты пиздишь, блин, уже. Когда мне было 25? 2 года назад? Полгода, блядь, назад. Да не, нет. Или его крайне, блядь, стареет быстрее. Полгода за 2, блядь. Ты что-то перепутал. А кому было 25? Подожди. Мы тогда сидели, пиздели. Нейвер тоже старая. Это... пожилая шаманка, 29 лет. Don't, и 25. Тебе было 25. Нет, Донту 25. Я тогда не говорил, что возраст. Да. Сейчас стало 26. Да, было 25. Охё, ты куда мне книжку украл? Что это такое? Специально моба того пуляю. Нет, книжку дает мне главхил. У нас с ним договоренность. У вас, кстати, бейр остались? А зачем мне вообще эта книжка? Ну, все равно дай. Бейр остались, пацаны? У меня осталось 6 эсэсов, пацаны. Если будем тратить раз в 15 минут... Тут бейр надо. На кого накинуть эсэс? Если ты будешь двигаться вот этим, под лучом,
то нормально. Ну вы говорите за несколько секунд, кто там это. Да блять, ты сам смотри, у тебя пост. А у меня нету этого аддона, у меня нету этого аддона. Какой нахуй аддон? На стаке смотришь, после 35-го стака появляется ужин. Тут у меня спрашивают, Снит, не я, Релли, Донт и Релли. После 35-го и еще после какого? После 70-го? Донт, можно отойти человеку в туалет? Это странный вопрос, ушел, да и все. Ушел, да и все. Как Рос, блядь, скажи, что скоро тебе переписка с Розом, блядь, пиздец. Нет, ну, блядь, я с Сильванычем переписываюсь. Я сняю ему этот. Это подождите, не подошел. Туалет человеку надо, чего вы такие все эти душные? Ты какой туалет? Тут два босса. Надо убить, а он туалет. Так слушай, если ты хочешь туалет, ты не сможешь сконцентрироваться на луже. Ну под собой только. Вот именно, сконцентрируешься на луже под собой в реале, а нужно сконцентрироваться на луже под собой в игре. Бля, как раз это вообще идеальный ник. Вот типа вместо Корнеза нужно сделать ник как раз. Прям охуенно звучит. Не, вот такой ник я буду делать. Хуй кто прочитает. О, да. Royal One. Вот это прям для Бёрна, он будет читать. Да, да. Будет говорить рулон, блядь, и все, и пиздец, будешь рулоном, блядь. Кстати, не, да, я будет. Думаю, я типа, пока думаю сделать такой ник. Ой, блядь, Бёрн половину нику, блядь, и так считает. А да, то, потому что, смотрите, у меня был ник. Меня карнизом, карниз. Надоело. У меня был ник на X2 вот так. Как в диску. Ну, совок, да? Да, вот как тут можно прочитать совок? Ну это, кстати, нет, это не Бьорн придумал, это придумали вообще левые ребята, ну то есть даже не из гильды Бьорна. Тут давно было. Ну просто все привыкли. Нас я душ не буду поменять. Да, поехали. Я готов. БР есть? 5, 4, 3. БР. А USS по зоркам. Не, просто меня резать придется. Говорю, какой резать? Двигайся, когда нужно будет, и все. Гера. Слушай, Сни, брат, ты же можешь двигаться во время каста. Сделай два шага вправо. И побежал на 5 шагов влево. Точно военный? Ты же должен знать, где право, где лево. А, нет, сейчас не пишу. Сейчас готовься. Да-да, уже двигайся, потихоньку вперед. Все. Вообще странно, а что с ДПСом? Почему так мало сняли? Зорки, стой до конца, добивай. Типа, пока не закончится этот, стой, добивай. Бля, и прокнуло на последний каст, пиздец. Бля, у тебя блинк, почему ты так рано убегаешь? Так лучше спал, какая разница. Стакины есть еще, нет? Луч спадает, там тебе стаки еще висят секунд 10. Да, я не смотрю на стаки. Ясно, блядь. Может, тогда вот вообще. Кстати, я стану или что, или кто? Нет. Да не, ну пусть зорки уж дамажит. У него КД все бурсты. Не бурсты, а у меня руки пробу. А у тебя их бурсты нет там еще? У меня есть пот, у меня есть огненный зев и триня. Окей, на следующий станешь. У зорков откатятся бурсты. Нет, так лучше ты меняйся, что за сейчас я умру. Да я хуй знаю, где стоит. Нам нужно заранее готовиться. Мне как раз откатилось все это. Боже, Корнес. Так, сготовься, зорки. На 34-м штаке начинай двигаться вперед потихоньку. Да, только не вперед у нас это дело, а просто вперед. Блять, зорки, ну слушай, ты спасся зато. Все нормально, он выжил.
Главное не проебать стаки, типа там, когда я себя повесил. Только здесь зоркий не стой, не до костовый, сейчас беги сразу. Пока. Не понял. Бэр Корнеса быстрее. А какого хрена он меня прилетел? Твой босс же еще дальше какая-то меня. Какая-то баганая хуйня. Сейчас тебя резнут. Что за фигня? Так, ставь. О, пока. Надо. Все, зорки, забирай. Ну, подальше ставь. И залей Иннер Корнес. Как он сделал фулмана себе? Что? Он, наверное, зеленый встал и вышел. Что за обуза? Я не знаю. Это скилл. Это называется, да, бесконечный ман. О, слушай, прикольно, я тоже хочу так. Да, прикол. Вот это прикол, пацаны. Самое смешное, что я не знал, что так можно было. Чисто по случайности. Ну на 2 минуты я сейчас за КД, конечно. Ну да. Ничего страшного. Бля, вот это абуз. Так, вы готовьте, зорки, сколько там у тебя стаков? Вначале уже. Вы что-то зорки с блинком хотя бы? Зорки? Нет. Выдал. Прожались. Стан типа. Все нормально, нормально, прожались все. Зорки, бля, если ты сказал, блин, так, стойте, пиздуй, я тебя больше хуй послушаю, бля. Бля, так ты вообще этот, я тебе говорю, если ты с блинком, стой, да. У меня блин был, блядь. Был, блин был. А он, ну, а что ты его не сделал? А он достал сразу. Ну, бля, ты ж чувствуй. Ай, зорки. Ты за что, блядь, идите не что, дышите, что блядь. Ты меня винишь, типа, блядь? Я никогда не добивал, блядь, и все нормально было. Я, блин, сколько раз на локе добивал, типа, просто портал себе ставил, типа, у тебя условно тот же самый, ну, вместо портала блинк. У Зорка, кстати, до сих пор СС есть, так что нормально. Двигайся по чуть-чуть, сейчас будет вторая лужа. Смотрите, как он движет, прям, где ты второй лужи не будешь? Вторую я не умираю, а третью. На 3/4 он двигается. Я знаю, знаю. Да я тебе напоминаю, потому что ты как-то этот... Ты какой-то рофлер сегодня. У тебя, кстати, нитро есть? Еще откатилось. Вот, ты можешь под нитро докастовывать, ты можешь, если нормально стоишь... Ну, на том не было, я убегал после первого каста на нитро. А Shadow Resist ребафнуть, я уешь, ну. Не спеши. 50 секунд осталось. Бля... Да, мне нужна какая-то Зубки, новая... Зубки, а может я встану? Сейчас снимаю весь. Сейчас, смотрите, Дон встал и умрет. Ну, у него же кружок есть. Я хочу киллшотами постреляю. 44 кпк. Мы ждем ДПСеров, да? Точнее, одного хила. Да, я спеку. Ну, тогда мы уж сбьем.
книжка использует. Есть у кого-то на РДД книжку, пацаны? Подгонит кто-то? У меня есть какая-то, но не дам. Ну да, из орки. ИМК. Я тебе могу дать право горных королей использовать взлом печати, усиление брони и сопротивление магии. Не-не, это другая. А другую я сама жду. Дандай. Нет. Я тебе МК дам. Отдай, ты отдай, выбирай отдай, или МК, отдай, или книжку. Выбирай отдай, МК. Отдай книжку Элему, чтобы у нас было честное с того соревнования. Если я проебу, я изу, меньше изуки дамажу. Бой долгий. Мана кончается сейчас. Приходится мало стрел, ну, пускать стаков, стакать. Слушай, захилишь на одну минуту, я отойду. Давай. Ой, там я всех мобов привел. Ну, ой, что они не дамажат? Прожмись. Купите они мол. Не дамажат. Там у них какой-то что-то есть, что-то стакающееся, но там нужно, чтобы совпало. Не-не, я помню, меня протика сложила в два удара, типа первый удар сбила ревностный, второй шотнула. Я не знаю, зачем. Просто они хилили. Там этот моб, которого мы только что моб убили, он кидает из-за поглощения на 100% исцеления. И тебя туда не спалили просто. А, слушай, возможно, меня за счет этого ревностный не захилил, типа, и он сразу меня из-за этого шотнул. Возможно. Да, слушай, это похоже на правду, типа. Я дал ревностный, он у меня не этот. И все, и следующую тычку убили сразу. Дай инер шамана. Заходи, скрипку надо. Так, ставлю рыбу, отъедаемся. Давайте адекватный ДБМ пул. Пиздец, блядь, стик сломался прямо в этой приблуде, блядь. Да, ДБМ пул нужен 100% нормальный, пацаны. Я на вас рассчитываю, потому что я буду пить препод. Если не получится, я очень... Я тебе МК даю, бля. Давай, давай. Все, миллион. Вой, у тебя есть чипс? И это не забывайте, что я вешаю проклятие стихий. У меня еще плюс 3% ДПС к вот этому. 3-4, как на профит. То, что дает проклятие рока. Какая несправедливость. Так, давайте, у нас 9 минут фласку. Хулипала нету. Ну сейчас тут. Оставьте шкаф мой, возможно. Сманем его. Я все тут уже. А поставили маски это там, пожалуйста. Можешь ставить их сразу левее, потому что если мы будем отбегать, то скорее всего влево. После портала где-то вообще нормально. Кстати, я хуёво портал поставил, да? Да. Близковато. Так, стоп, сейчас назад идет, потом возвращается и мы пуляем его. Сейчас пока нет. Бафните меня. Каску ребафните, пожалуйста. Закинул на пол пока. ДБМ пул дашь? Угу, сейчас он на обратный путь начнет идти. Пять, четыре, три, два, один. Безумие привело вас.
Ну я проебал зел выпить, сука, еблан. Босс, ты убери себя, эту книжку Оргина, а то умереть можешь. Донта, на пулы будут, или ты меня заставишь раскол нажимать? Давай нажми на пул. У меня ДБ этот, надо вам поставить ладончик на игру. Очень плохо видно через этот... Ты вместо того, чтобы отдавать тебе КД, решил, чтобы я отдал КД, да? Раскол жрет, чтоб ты понимал, кучу маны. У меня столько нет. Я проебался с ДПСом. Хорошо. Слушайте, а есть какой-то аддон, который будет показывать, когда приблизительно прокнет триня? Типа внутренняя КД ее. Да, а, есть полосочка, да. Которая, по которой бегают все твои ПДшки. Я да, знаю, как это сделать даже в Талмиване, сейчас вспом. Там нужно просто знать спелл ID этого шеи. Ну или трени, условно. Прям в том, что они все Гера скоро? Чтоб я рассчитывал. Ну что, Гера? Ну прокни, ну пожалуйста, ну ты же можешь. Ой, хорошо, миллионы полетели. Раз где-то. Правее в дверь давайте. 1 800 000. Все далеко, торки. Не могу, да, да, да. Не могу хилить. Если что, я блок. Совершил кольцо. Пацаны, бля, просто... Ой, как же вкусно. Что за говно падает? ГЦ, кстати, этот снип. Я тебе говорил, что упадет? Четвёртый? А, ну вот, я с ним поутал, да.
А ну, линканите ДПС. Смотри. Смотрим. Как вам? 10-1. Шла бы луки дамажит вообще. Слушай, у меня неплохой такой, я считаю. Нормально. Нормально. Не, без икров. Все уже. Завтра пройдем. Спасибо за пати. Всем спокойной ночи. Давайте. Вот заходите, спокойно. Ты все будешь.